Отцу Небесному пришел его час взойти, все ведая изначально, еще до начала веков. Спаситель на вечерю тайную собрал своих учеников. Исполнив вселенской скорби, главу перед ними склонив, усталые пыльные стопы апостолом кротко омыл. Ему воспротивился Симон: «Тебе я не дам хоть на мир коснуться руками своими стоп недостойных моих. Но если я их не омою, труд твой рассыплется в прах, не будешь иметь ты со мною части на небесах». Симон встречал согласен и руки омой, и главу, чтоб я не лишился части, с тобой доколе живу. Чисто отвечал Спаситель, к тебе не пристала грязь, но некто из вас учителем сегодня меня предаст. Так же, как я со смирением во многие омыл сейчас, во всем проявляя терпение, пусть делает каждый из вас. Скажи нам, кто это в тоске Иоанн встречал. Тот молча Искариоту хлеб, обмакнув, подал.